господа, начинаем церемонию закрытия заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по химии. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Датский кинорежиссер Ларс фон Триер придумал образ таинственной планеты меланхолии. За несколько дней на Млечном пути Северного Арктического Федерального Университета возникла не менее уникальная межзвездная материя с самобытным характером, микроклиматом, особой формой коммуникации. Тут даже повседневный галстук, как шифр таблицы Менделеева. Вот здесь есть свободные места, где нет еще названий элементов. Но совсем недавно, 2 года назад, эти места были заполнены. Вот новые элементы. 118-й элемент периодической системы – оганесон. В честь академика Оганесяна, руководитель лаборатории ядерных исследований Объединенного института в Дубне. И там было синтезировано 5 элементов – дубний, флеровий, московий в честь Москвы и дубний в честь Дубны. Жителями необычной планеты, которая вращалась по орбите вокруг Северного Арктического Федерального Университета, стали более 200 школьников и кураторов из 60 регионов страны. Они прибыли в Архангельск на заключительный этап Всероссийской Олимпиады по химии. Очень символично, на мой взгляд, что он проходит здесь, на родине Ломоносова. Наш земляк был первым российским профессором химии и первым открыл настоящую химическую лабораторию. То есть, хотя он, безусловно, был ученым-энциклопедистом, но прежде всего, конечно же, химиком. У каждого свой настрой на победу. Конечно, я жду хороших результатов, потому что мы в течение долгого времени готовились к этой Олимпиаде. Я впервые на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников, поэтому надеюсь, что все пройдет успешно. Я стараюсь решать задачи как можно логичнее. Здесь уже просто элементарно, или ты попадаешь в идею, или ты не попадаешь. Самое главное – эту идею найти. Если ты не живешь химией, ты не должен вообще ей заниматься. Почему такое утверждение? Ну, потому что химию надо чувствовать, чтобы ее понимать. Северный Арктический встретил увлеченных наукой гостей очень тепло. Волонтеры откликались на любую просьбу прибывших и всегда были готовы помочь. Правда, школьников в некоторое недоумение вела не совсем весенняя погода в Архангельске. Холодно. Хотя я из Сибири, но ощутимо, что здесь прям север. А дома я уже в кроссовках хожу, а тут снег. Мы уже пошутили про то, что можно сделать юрту и жить в ней. Заключительный этап Всероссийской Олимпиады открылся первым теоретическим туром. Все проходило в атмосфере строгой дисциплины и контроля. У каждого участника интеллектуального сражения был свой индивидуальный номер, в соответствии с которым он размещался в аудитории. При себе ручки, калькулятор, шоколад, допускался банан. В начале тура происходил инструктаж, потом выдавались задания и время начинало свой пробег. Экспертное жюри наблюдало за школьниками онлайн, через экраны. Собрать всю силу в кулак, чтобы пробить стену неуверенности и волнения, участникам было непросто. А на самом деле победитель Олимпиады за 9 класс должен знать фактически 2 курса университета. Победитель за 10 или 11 класс должен знать 3 курса университета. Но даже одних знаний бывает мало, потому что еще это самый настоящий большой спорт. Нужны морально-волевые качества, нужно уметь собраться именно в тот момент, который надо. Иначе со всеми знаниями никакого результата не получится.
первом туре школьникам предложили решить 5 заданий, которые затрагивали вопросы разных направлений химии – органической, неорганической, физической и биохимии. Пока непонятно, что вообще произошло, но надеемся, что все очень здорово. Из сложных заданий мне показалось сложная физхимия, в этом году 5 задача. В принципе, неорганика очень долгая и нудная. Органическая вроде бы не настолько прям ужасная, как обычно. Про кристаллы была задачка интересная, про титанат бария. В принципе, задача интересная довольно-таки. Мне, в принципе, понравилось. В то время как участники Олимпиады решали теоретические задания, их кураторы обсуждали актуальные проблемы в сфере преподавания химии. Подготовка детей из отдаленных районов к всероссийским олимпиадам, оснащение школьных лабораторий для практических занятий. Эксперты обратили внимание и на важность разработки грамотного учебного расписания. У детей сейчас реально, вот я с ними работаю, сменные картриджи. Вот они один картридж вынимают и все полностью вычитают, второй вставляют. Учат математику, химию забывают. Учат химию, значит, физику, математика, значит, улетает, у них физика. И они вот так ходят, загружают по очереди все, потому что объемы большие. Преподаватели отметили, сегодня необходимо разрушать стереотип о том, что химические технологии вредят жизни общества. В мозгу человека крутятся нелепые образы рекламы, где часто слышится фраза «не содержит химию». Люди не понимают, что даже самый натуральный продукт – это химия, как и мы сами, ведь человек – один большой химический реактор. Именно живая природа, человек в том числе и так далее. Все построено на химических реакциях. Любой человек представляет из себя химический реактор. И все науки выше, включая биологию, медицину, все основаны на химии тоже. Поэтому, как одна из самых фундаментальных наук, она не может быть неинтересной. После семинара слушатели отправились на экскурсию по интеллектуальному центру САФУ и посетили музей университета, читальный зал, абонемент художественной литературы. Еще одно путешествие уже за пределы университета участники Олимпиады совершили вечером. Для начала немножечко мы тут решили провести вас по городу. Вы убедитесь в том, что наш город, он очень контрастный. То есть это смешение прошлого, настоящего и будущего. Почувствовать же студеный март пассажиры смогли на пешей прогулке по набережной Северной Двины, где узнали об истории столицы Поморья, гостиных дворах, памятнике Петру Первому. Кто-то сумел найти параллели между портретом Архангельска и своим родным городом. Ну, река шире. Северная Двина, да, больше. У нас в Тверской области есть Западная Двина. А солнце также ярко светит или нет? Не всегда. У вас ярче. Зарядившись энергией северного солнца, участники Всероссийской Олимпиады приступили ко второму теоретическому туру. На этот раз школьникам предлагались задания на выбор. Авторский, индивидуальный ход решения был в фокусе внимания жюри. Химия – это творчество. Например, если ученик предлагает решение, которое отличается от того, что загадали мы, авторы задач, то мы не снимаем сразу с него баллы, мы пытаемся вникнуть в то, что он написал, пытаемся оценить его по достоинству. Потому что химия, на самом деле, такая наука, где зачастую нет, так же, как, например, там, в литературе, однозначно ответа на вопрос «да» или «нет», «нет» или «да» и так далее. Драматизма из мира художественных произведений в пространстве химии также хватает. Впереди участников Олимпиады ждал самый непредсказуемый этап состязания – экспериментальный. Правильно рассчитать все пропорции, найти нужные количественные показатели, успеть провести все реакции за отведенное время. От школьников требовались повышенная внимательность и аккуратность. Экспериментальный тур у меня получился нормально, но я хотела лучше. У меня не получилось там второе титрование. Я не знаю, почему. Мне объяснили вроде, но я не думаю, что в этом проблема. Типа у меня раствор долго стоял. Но как он может долго стоять, если я сразу начинала титрование? Немного разочарованы. Да. По окончании всех туров участникам Всероссийской Олимпиады выдали пособия с решениями задач, чтобы смогли проверить себя, обсудить результаты с преподавателями. Не утихали дискуссии об уже прошедшем состязании и во время вечерней экскурсии по Архангельскому опытному водорослевому комбинату. Музейный работник рассказал гостям о вековой истории предприятия. Раньше йод добывали с помощью выбросов на берег. Население собирало его, сжигало и залог давали. Когда началась Первая мировая война, возникла острая необходимость в большом количестве йода. В 1915 году группа ученых обследовала запасы водорослей Белого и Баренцева морей и открыла ценные природные ресурсы. В том же году было решено возводить йодный завод в Архангельске. Во время экскурсии школьники также продегустировали продукцию комбината – северный чай с ламинарией и мармелад с агар-агаром.
Если взять ту же кухню, любое приготовление блюд на кухне – это химические реакции. Поэтому с этой точки зрения без химии человечество раньше никогда не жило и в будущем никогда жить не будет. Поэтому если человек знает химию, он умеет управлять веществами, умеет создавать те вещества, которые ему нужны. Если человек боится химии, ну, рано или поздно в пятикантропа превратится. Тот тоже химию не знал. В современном мире специалисты-химики очень востребованы. Они могут работать не только в лабораториях и на предприятиях, но и в медицинских учреждениях в сфере парфюмерного или пищевого производства, нефтяной отрасли. Участники Всероссийской Олимпиады уже сейчас делятся своими планами на будущее. Я, скорее всего, буду органиком, потому что быть неоргаником – это не очень перспективно. Как бы многие считают, что в ней уже все изучено, в неорганике. А органик – это как бы все синтезы, там, производство лекарств. То есть это еще перекликается с биохимией, которую я буду учить, скорее всего, в 11 классе. Но это будет еще более интересно, потому что там уже, получается, будешь разбираться в тех процессах, которые происходят в организме, и это еще круче, естественно. Всероссийская олимпиада по химии, прошедшая в Северном Арктическом. Ключ, который открывает школьникам дверь в мир серьезной науки. Победители состязания принимаются на все направления подготовки с профильным предметом химии. А призеры получают 100 баллов на ЕГЭ по этому предмету. Несколько ярких, насыщенных дней уже позади, и сегодня мы награждаем и подводим итоги заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. Для награждения на сцену приглашаются доктор химических наук, профессор САФУ имени Ломоносова Юрий Германович Хабаров и член жюри заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по химии Булат Камилевич Курамшин. Дорогие друзья, мы награждаем призеров Всероссийской олимпиады школьников по химии среди девятых классов. И среди призеров в году 2018 Худякова Екатерина Сергеевна, Новосибирская область. Друзья, мы просим вас оставаться на сцене для общего фото. Награждается Оконечников Артур Алексеевич, Республика Саха, Якутия. Пожалуйста, оставайтесь на сцене. Награждается Хазиев Данис Ильгизович, Республика Татарстан. Награждается Скворцов Дмитрий Николаевич. Также Нуждин Иван Валерьевич, Самарская область. Я сразу приношу извинения за возможный орфоэпический эмпиризм. Награждается Шамигулов Искандер Ильгамович, Республика Башкортостан. Архипов Илья Алексеевич, Самарская область. Чайка Илья Дмитриевич, Челябинская область. Тахтобин Егор Денисович, город Москва.
Сафиканов Азамат Ахадович, Республика Башкортостан. Кисловский Алексей Дмитриевич, Республика Татарстан. Заленко Михаил Андреевич, город Санкт-Петербург. Кондратьев Алексей Дмитриевич, город Москва. Серов Дмитрий Максимович, Вологодская область. Олег Дмитриевич, Республика Татарстан. Окладников Илья Владимирович, город Москва. Савельев Сергей Алексеевич, город Москва. Епифанов Евгений Юрьевич, Удмуртская республика. Наев Тимур Вадимович, город Москва. Пикулин Иван Сергеевич, город Москва. Иван Алексеевич, город Москва. Лундина Светлана Александровна, город Москва. Гайсин Карим Шамильевич, Республика Татарстан. Копытов Сергей Олегович, Кемеровская область. Рытикова Юлия Георгиевна, город Москва. Давайте еще раз поаплодируем призерам среди девятых классов. Просьба сделать общую фотографию. Аплодисменты этим юным дарованиям. Спасибо, друзья, и под аплодисменты зрительного зала мы просим вас спуститься вниз. Друзья мои, справа перед экраном вы видите милую барышню, которую машет рукой, а это необходимость вам расписаться в ведомостях. Да, вы уже предупреждены об этом, это здорово.
Давайте еще раз мы аплодируем призерам с 39 классов. Ну а для награждения победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии среди девятых классов на сцену приглашается ректор Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова, профессор Елена Владимировна Кудряшова и Владимир Дмитриевич Долженко, доцент кафедры неорганической химии химического факультета МГУ имени Ломоносова. Дорогие друзья, победителями заключительного этапа, победителями Всероссийской олимпиады школьников по химии среди девятых классов в 2018 году становятся Смирнов Максим Сергеевич, Республика Коми. Леонов Антон Вячеславович, Саратовская область. Награду получает представитель, но аплодисменты звучат в честь победителей. Также победителем среди девятых классов становится Пойм Михаил Алексеевич, город Москва. Просим остаться на сцене вас. Победителем Всероссийской олимпиады становится Мерзляков Дмитрий Алексеевич, Удмуртская республика. Победителем олимпиады становится Антипин Владислав Антонович, Ленинградская область. Победителем Всероссийской олимпиады школьников по химии также среди девятых классов становится Тагирова Мадина Равильевна, Республика Татарстан. И это наивысший балл среди девятых классов, друзья. Давайте поаплодируем победителям. И общее фото. Дорогие друзья, я бы хотела сказать несколько слов. Казалось бы, только вчера мы собирались в этом зале и давали знак заключительному этапу олимпиады химии всероссийской. Но оказалось, пролетела целая неделя. А мы уж как-то и привыкли, что здесь, в стенах университета, у нас мальчишки, девчонки с горящими глазами, и теоретический тур пишут, и в экспериментальном туре участвуют, и посещают лаборатории, центры и музеи университета, и организуем мы для них экскурсии. И вы знаете, нам ведь вас будет точно не хватать. Поэтому, если вы вдруг задумаете вернуться сюда в Архангельск, мы будем вам очень-очень рады, это правда. Но я бы хотела сказать, что для того, чтобы такое большое событие свершилось, конечно, понадобился труд очень большого количества людей. Я бы хотела выразить искреннюю благодарность нашему Министерству образования и науки Российской Федерации. На открытии олимпиады вас приветствовала министр Ольга Юрьевна Васильева, а сегодня специально, чтобы повстречаться с вами и вручить награды, вот утренним рейсом из Москвы прибыл заместитель министра.
министр образования и науки, доктор физико-математических наук, академик Григорий Владимирович Трубников. И он свое слово сегодня еще скажет. Я бы хотела поблагодарить Российский университет дружбы народов в лице ректора Владимира Михайловича Филиппова, который в этом году стал оператором всех всероссийских олимпиад, заключительных туров, и команда экспертов из Университета дружбы народов всю эту неделю была вместе с вами, с нами. Спасибо вам за это большое. Огромную благодарность хочу выразить нашему губернатору и правительству Архангельской области. А оргкомитет областной возглавляла заместитель председателя правительства наша замечательная Прокопьева Екатерина Владимировна, которая тоже сегодня здесь с нами, тоже еще выступит перед вами. Но, коллеги и друзья мои, конечно бы праздника сегодняшнего не состоялось, если бы не работала замечательная, суперквалифицированная, я думаю, лучшая в мире жюри, которую возглавлял доктор химических наук, профессор, президент химического факультета МГУ, академик Валерий Васильевич Лунин. Давайте поблагодарим за серьезную и плодотворную работу наших замечательных коллег. И я хочу выразить благодарность своим коллегам тоже. У нас и свой оргкомитет в университете работал активно, возглавлял его первый проректор Кошунов Алексей Анатольевич. Его заместителем была директор Высшей школы естественных наук и технологий Лукина Светлана Федорова. И их команда, я думаю, тоже много сделала для того, чтобы это большое событие состоялось. И отдельные слова благодарности я от себя и от вас хочу выразить нашим замечательным волонтерам. И Алфоровой, которая их готовила, с ними тоже работала всю эту неделю. Все молодцы! Спасибо большое. Ну и в завершение хочу сказать, что от имени правительства Архангельской области и университета каждый из вас в подарок получит птицу счастья. Это символ нашего региона, щипная птица, которая обязательно была в каждом доме поморском, в красном углу, привешивали ее к потолку, ее дарили на свадьбе, ее подвешивали над колыбелькой малышей, ее дарили самым добрым, самым желанным гостям, о которых мечтали, что они обязательно вернутся. Я хочу, чтобы эта птица счастья приносила вам счастье на всю оставшуюся жизнь. И мы хотим вам пожелать удачи, успехов и новых побед. Спасибо вам всем большое. Вы победители, вы герои, вы молодцы. И наши аплодисменты звучат в честь победителей среди девятых классов Всероссийской олимпиады школьников по химии. Ну и к этим замечательным словам поздравлений присоединяются юные артисты. Артисты детской образцовой творческой студии «Добрый день» Дома детского и юношеского творчества, город Архангельск. Радоваться Божьему людям.
Максим Анатольевич Ильин, заместитель заведующего кафедрой общей химии факультета естественных наук Новосибирского национального исследовательского государственного университета, и Андрей Николаевич Шкаев, доцент высшей школы естественных наук Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова. Итак, господа, прошу вас выйти в центр, потому что все внимание сфокусировано и на вас, и на тех, кто будет сейчас подниматься на эту сцену, а это призеры. Призеры Всероссийской Олимпиады школьников по химии среди десятых классов. И в 2018 году таковыми становятся Калягин Алексей Сергеевич, город Москва. Чабанов Лев Константинович, Краснодарский край. Хисамов Марат Мансурович, город Санкт-Петербург. Дудко Евгений Романович, Новосибирская область. Семыкин Артем Владленович, Самарская область. Петров Михаил Дмитриевич, город Москва. Величко Аркадий Яковлевич, город Москва. Журбицкий Алексей Вячеславович, город Москва. Попков Григорий Александрович, город Москва. Татаренко Артем Юрьевич, город Москва. Курлыкин Артем Андреевич, Белгородская область.
Шанина Екатерина Александровна, Республика Мордовия. Бурьян Ирина Николаевна, Ленинградская область. Капитульский Павел, город Санкт-Петербург. Лосев Тимофей Валерьевич, город Москва. Лев Алексеевич, Республика Коми. Мустахимов Роберт Эдуардович, Республика Татарстан. Якушкина Юлия Викторовна, Республика Мордовия. Польских Даниил Андреевич, Новосибирская область. Степанов Григорий Александрович, Удмуртская республика. Николаев Михаил Юрьевич, город Москва. Давлетбаев Тимур Радикович, Республика Мордовия. Берсенев Евгений Алексеевич, Самарская область. Аникишиев Сахиль Вугар Оглы, Удмуртская республика. Марковина Екатерина Дмитриевна, Челябинская область. Чернов Никита Олегович, город Москва. Ажималов Илья Дмитриевич, город Москва. Крысанов Никита Сергеевич, город Москва. Костромитин Владислав Сергеевич, город Москва. Бурлуцкий Роман Олегович, Удмуртская республика.
Александрович, город Москва. Субач Максим Федорович, город Москва. И ваши аплодисменты призерам Олимпиады, Всероссийской Олимпиады школьников по химии. Среди десятых классов призеры в данный момент на сцене. Мы просим сделать общее фото прямо сейчас. Мы еще раз поздравляем призеров, десятиклассников наших замечательных. И под ваши аплодисменты отправляем их обратно в зрительный зал. Дорогие друзья, ну а для награждения победителей заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по химии, победителей среди десятых классов, на сцену приглашаются заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Владимировна Прокопьева и Сергей Игоревич Карков. Профессор химического факультета МГУ имени Ломоносова. Дамы и господа, победителями Олимпиады среди десятых классов становится Борисова Владислава Сергеевна, Республика Мордовия. Также оставаться на сцене. Победителем становится Матвеев Михаил Владимирович, Вологодская область. Веденский Всеволод Александрович, Свердловская область. Тихонов Василий Дмитриевич, Челябинская область. Шишкин Алексей Юрьевич, город Москва. Самым высоким результатом по баллам это Бордонов Даниил Аркадьевич, город Москва. И ваши аплодисменты всем победителям. Давайте сделаем сначала общее фото. Екатерина Владимировна, вам слово.
этот зал, поняла, посмотрев дневник Олимпиады, что здесь собрались не просто дорогие наши гости, не просто друзья, а какие-то химические реакторы. Я впервые вас приветствую, уважаемые химические реакторы. Я вижу, реакция поубавилась, сил не осталось, просто порадоваться и погордиться своими успехами. Но я надеюсь, что сейчас они к вам вернутся, эти самые силы, потому что впереди у каждого из вас еще очень много дел и очень интересный путь. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Приехав в Архангельск, многие из вас преодолели не просто тысячи километров, но сначала очень много потрудились, чтобы достичь результатов на уровне своих школ, муниципалитетов, на уровне своих регионов. И вот теперь посмотрите, с какой гордостью представляют свои регионы на уровне аж Всероссийской Олимпиады. Давайте мы еще раз поприветствуем все 60 регионов. И мне на самом деле огромная честь вас приветствовать от имени всех жителей нашей огромной Архангельской области. Именно здесь, на берегах Северной Двины, 325 лет назад, по велению Петра I, появилась первая российская судовежья. Именно здесь находится современный центр атомного судостроения. Именно здесь явился миру великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов, дух которого, я уверена, помогал вам при выполнении непростых олимпиадных задач. Я очень рада, что Архангельск вас встретил снегами. Честно скажу, так бывает не всегда во время. Но у кого-то из вас дома уже давно плюсовая температура. И приехав и увидев в апреле белый чистый снег, вы еще раз просто убедились, какая огромная наша великая Родина. И я уверена, что ваши знания, ваше трудолюбие обязательно станут важнейшей и очень серьезной опорой в деле процветания нашей России. Спасибо вам огромное, ребята-участники, но мне кажется, что вы меня поддержите, если от вашего имени я сейчас скажу слова благодарности вашим педагогам, вашим родителям, всем организаторам и, конечно же, очень серьезному жюри. Спасибо всем взрослым, которые делают все, чтобы будущее наших детей было счастливым и безоблачным. Всех вас поздравляю! Спасибо и вам большое, уважаемые Екатерина Владимировна. Дорогие друзья, под аплодисменты зала мы приглашаем вас вернуться в зрительный зал. И к этим прекрасным словам и пожеланиям присоединяются юные артисты Дворца детского и юношеского творчества. Глаз
наших юных, талантливых химиков, на этот раз 11-классников. Для продолжения церемонии награждения и награждения призеров среди 11 классов на сцену приглашаются Константин Григорьевич Боголицын, доктор химических наук, профессор САФУ имени Ломоносова, и Людмила Александровна Егельская, доцент Юго-Западного государственного университета. Дорогие друзья, итак, призерами Всероссийской Олимпиады среди 11 классов в 2018 году становятся Потапов Денис Вячеславович, город Москва. Ильчук Павел Сергеевич, город Москва. Просим вас также оставаться на сцене. Смирнов Максим Вадимович, Томская область. Бычков Евгений Денисович, Вологодская область. Денисенко Дарья Васильевна, город Москва. Ярославцева Евгения Тимофеевна, Республика Мордовия. Луньков Сергей Сергеевич, Иркутская область. Ломенцева Екатерина Михайловна, город Москва. Такое тоже случается. Но тем не менее, мы продолжаем. Постников Александр Владимирович, Ивановская область. Евгеев Иван Александрович, Республика Татарстан. Бойченко Дмитрий Сергеевич, Волгоградская область. Чесноков Евгений Антонович, Саратовская область. Сороченцев Александр Александрович, город Москва. Орешков Сергей Денисович, город Санкт-Петербург. Комнова Татьяна Кургина, город Москва. Пушмин
Дмитрий Сергеевич, Новосибирская область. Никматзянов Руслан Рашидович, Республика Татарстан. Ефремов Андрей Николаевич, город Москва. Завалка Федор Александрович, Самарская область. Михайлова Анна Сергеевна, Удмуртская республика. Ильин Егор Александрович, Кемеровская область. Тимошев Владимир Игоревич, город Москва. Гараев Азат Камилович, город Москва. Маржик Александр Денисович, Республика Татарстан. Спиридонов Кирилл Александрович, Самарская область. Никифоров Ярослав Александрович, Новосибирская область. Куандыков Дмитрий Максимович, город Москва. Трефилов Вадим Станиславович, Ульяновская область. Синельников Артем Николаевич, город Москва. Заворуев Михаил Владимирович, Самарская область. Сиротин Максим Андреевич, город Москва. Поддержим аплодисментами призеров и 11-классников. Также среди призеров Снегирев Андрей Вячеславович, Новосибирская область. Ковалевский Руслан Анатольевич, город Санкт-Петербург.
Чаплыгин Денис Кириллович, город Москва. Алешин Роман Павлович, Республика Татарстан. И прямо сейчас мы просим сделать общее фото, фото призеров, 11-классников. Под ваши аплодисменты, конечно же, друзья, ведь они этого заслужили. Мы поздравляем вас, друзья, и просим пройти в зал. Ну а пока эти достойнейшие из достойных спускаются в зал, я предлагаю поощрить их старания аплодисментами. Ну а мы продолжаем нашу церемонию награждения, и пришло время наградить победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии среди 11 классов. Для награждения победителей на сцену приглашаются заместитель министра образования и науки Российской Федерации Григорий Владимирович Трубников и председатель методической комиссии, президент химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, академик Российской академии наук, доктор химических наук, профессор, заместитель председателя Центрального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников, председатель жюри Всероссийской олимпиады школьников по химии Валерий Васильевич Лунин. Дорогие друзья, победителями заключительного этапа, победителями Всероссийской олимпиады школьников по химии среди 11 классов в 2018 году становится Королев Георгий Александрович, город Москва. На сцене наших победителей. Победителем становится Ларионов Кирилл Павлович, Ульяновская область. Кобелев Андрей Дмитриевич, Республика Татарстан. Также среди победителей. Среди победителей Маннанов Тимур Ахатович, Республика Мордовия. Шабер Арина Аугуста, город Санкт-Петербург. Поцелеев Владислав Владимирович, город Москва. Thank you.
Коноплев Алексей Сергеевич, город Москва. И победителем с наивысшим результатом по баллам становится Львов Леонид Олегович, город Москва. Аплодисменты звучат в честь победителей. Победителей среди 11 классов. Мы просим сделать общее фото победителей 11 классов Всероссийской олимпиады школьников по химии. Вот они. Друзья, улыбнитесь, это ваш звездный час. Ну что ж, Григорий Владимирович, вам слово. Да, и солнце здесь ярче, и снег здесь белее, и воздух чище. И Архангельск какую-то такую особую атмосферу сумел создать. Знаете, говорят, когда вот люди друг друга понимают с полуслова, общаются, мгновенно. Говорят, что какая-то химия возникает между людьми. Вот здесь Архангельск создал действительно такую уникальную атмосферу, химию. Очень жалко, что прожектора на нас светят, а не в зал. Вот хотелось бы посмотреть на всех участников этого замечательного мероприятия, на ваши счастливые лица, горящие глаза. Конечно, победители просто вызывают восхищение, уважение. Я хочу поблагодарить, в первую очередь, Архангельск за это замечательное мероприятие и, конечно, Валерия Васильевича Лунина и Российское химическое общество, которое в преддверии 2019 года, как все знаете, конечно, аудитория профессионально объявлен годом периодической таблицы Дмитрия Ивановича Менделеева. Всех благодарю, всех поздравляю и искренних, таких открытых, немножко романтичных девятиклассников и десятиклассников, которые посерьезнее, уж совсем таких суровых, серьезных одиннадцатиклассников, которые в костюмах, бабочках, капюшонах ходят. И... Но это ваш звездный час. Вы сегодня достигли действительно серьезных высот в науке. Я вас прошу запомнить этот момент, запомнить этот день. У человека в природе вот, естественное желание быть первым, первым покорить какой-то высочайший пик, первым побывать на Луне, первым опуститься на глубины Мирового океана. Непонятно зачем, но обязательно быть первым, обязательно, вот, обязательно достичь, чтобы вот, зафиксировать этот момент. Сегодня вы первые, но мне кажется, я уверен, что это вот, только первый шаг, только первый этап вашей карьере, вашей счастливой жизни. Я желаю, чтобы имя или имена кого-то из вас вошли, например, в одну из клеточек или в несколько клеточек периодической таблицы Дмитрия Ивановича Менделеева. Это пожелание не органикам. Органикам пожелание, чтобы, например, вашим именем назвали скважину где-нибудь, или кто-то из вас стал руководителем большой нефтяной сырьевой компании, которая прибыль свою получает в первую очередь за счет инновационных научных разработок. Я всем желаю светлого будущего, желаю успехов, не останавливаться на достигнутом. И, конечно, в этот день, в этот момент, в этот миг поклон и благодарность вашим педагогам, вашим родителям. Давайте мы их всех поблагодарим. Спасибо большое, Григорий Владимирович. Валерий Васильевич, вам слово. Спасибо большое.
Дорогие участники чая. Дорогие организаторы, вот третий раз мы проводим в замечательном городе Архангельске заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. И каждый раз это действительно очень яркое, запоминающее событие. Каждый раз разный сценарий, каждый раз замечательный сценарий. И вот то тепло, которое мы ощущаем, несмотря на морозы, на метели, оно просто согревает каждую минуту. Вам огромная благодарность. Я хочу сказать еще спасибо. Волонтеры просто изумительные. Оргкомитет потрясающий, архангельский. Но я хочу сказать нашим коллегам по профессии, химикам, САФУ, где 18 лет, нет, 18-й год, Григорий Владимирович, существует наша совместная кафедра. Кафедра теоретической прикладной химии САФУ и она же кафедра теоретической прикладной химии Московского университета. Это уникальное, такое инновационное, я бы сказал, вот, сотрудничество. И мы недавно отметили 15-летие. Нам есть и было что сказать, вам подарим книгу об этом событии. Да, я На нем колбасу. Вот. И все сотрудники кафедры внесли огромный вклад в успех олимпиады. Спасибо вам тоже большое. Кто работал в жюри, кто помогал проводить эксперимент. Все было высокопрофессионально, на самом высоком уровне. И, конечно, тот факт, что никаких недоразумений, никаких жалоб не возникало во время показа работ, кроме взаимного интереса авторов заданий, членов жюри и ребят-участников, не было. Это был такой прекрасный разговор в течение многих часов. Мы планировали за 2 часа закончить, а беседовали с вами 4 часа. И это тоже замечательная школа, я считаю, для вас и для нас. Так что спасибо еще раз. Я всех поздравляю с этим замечательным событием. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, дорогие друзья. Аплодисменты звучат в честь вас, в честь победителей 11-классников. Давайте еще раз поаплодируем этим прекрасным людям. Последняя благодарность ведущему, который просто потрясающе соответствует духу и вот просто аромату химии. И он спасибо вам большое. Спасибо, друзья, мы просим вас вернуться в зал. И пока победители 11 классов ставят свои автографы в ведомостях, после таких замечательных слов с удовольствием преподносим еще один творческий подарок от Творческого центра Северного Арктического федерального университета имени великого Михаила Васильевича Ломоносова.
Ребятам в этом трудном соревновании. Низкий поклон вам всем. Ребята, вы все победители, потому что дойти до этого этапа – это большой труд. Вы его сделали, вы его преодолели. Вы все, независимо от тех мест, которые вы сегодня заняли, победители, я уверен, что вы найдете свое место в новой России, и вы будете своими трудами и успехами усиливать нашу страну. Успехов вам! Сергей Александрович, мы просим вас вручить, пожалуй, самую ценную награду, потому что среди участников Олимпиады есть юноша, настоящий герой, который еще раз доказал всем, что возможности человека, увлеченного наукой, увлеченного химией, действительно без. Специальный приз за волю к победе получает участник из города Москвы Даниил Константинович Гаранин. Дорогие друзья, мне выпала великая честь сегодня вручить награду такому участнику. Когда я узнал, что Даниил приехал к нам и принимает участие в этой Олимпиаде, я спросил коллег, как. А потом сам ответил на этот вопрос. Потому что он настоящий трудяга, потому что он настоящий боец, потому что он знает, куда идет. Даниил, мы хотим с коллегами преподнести тебе небольшой подарок и вручить тебе благодарственное письмо от Министерства образования и науки Архангельской области за волю к победе, упорство в достижении поставленной цели, умение находить правильные решения. Друзья, давайте поаплодируем ему стоя.
Спасибо, друзья, что вы все приехали к нам. Мы рады будем еще раз вас принимать, встречать и благодарить за ваши успехи в науке, в химии. Спасибо, Дмитрий Иванович, большое, уважаемый Сергей Александрович. Ну а мы продолжаем, потому что у нас есть еще кого сегодня поздравить. И я с удовольствием приглашаю на сцену Анну Шиляеву, маркетолога Архангельского опытного водорослевого комбината, а также первого проректора САФУ Алексея Коршунова. Уважаемые друзья, уважаемые победители призёров, мы специально сделали эту номинацию как специальный приз. Очень трудно ребятам и девочкам, которые участвовали в Олимпиаде, и одновременно в дни проведения Олимпиады у них было дни рождения. Мы хотели бы всех от университета, от Министерства образования, от Архангельского опытного водорослевого комбината поздравить всех, кто в дни Олимпиады праздновал дни рождения с днем рождения. Поэтому наши специальные призы. Уважаемые друзья, огромное спасибо за этот невероятный мой рабочий день вместе с вами. Мне очень понравилось. Я немножко только сожалею об одном, что никогда уже не утерян тот момент, когда я могла бы позволить себе стоять здесь, на этой сцене, потому что тоже в свое время очень-очень любила химию. Но, как показала жизнь, это было не совсем взаимно, она меня не очень. Поэтому я хочу пожелать также всем именинникам и всем победителям сегодняшнего дня взаимности во всем. И в делах учебных, и в делах амурных, ну и вообще в жизни. И, конечно, пусть вот эти подарки от Архангельского водорослевого комбината станут такой вишенкой на сегодняшнем замечательном, потрясающем торте. Огромное спасибо, что вы к нам приехали. Невероятная гордость и за наш город, и вообще за нашу Россию, что сегодня вот я вижу такую могучую концентрацию интересных, умных и талантливых ребят. Дай Бог вам в этой жизни, чтобы все удалось и все получилось, чтобы энергии, силы, здоровья хватило на дальнейшие множественные победы. С праздником вас! Ну а мы присоединяемся к этим словам и приглашаем на сцену наших именинников. 29 марта отметили день рождения Анастасия Дегтярева, Республика Мордовия, и Евгений Чесноков из Саратовской области. Просим вас на сцену, друзья. 1 апреля, шутка ли, отметил свой день рождения здесь, в Архангельске, уроженец Ульяновской области Вадим Трифилов. Ну а днем позже, 2 апреля, наш гость, наш участник из Санкт-Петербурга, Сергей Орешков, отметил свой праздник, день своего рождения. Также 2 апреля москвич Алексей Журбицкий праздновал свой день рождения. Ну а 3 апреля день рождения у москвички Татьяны Копновой. Друзья, и сегодня у нас именинник тоже есть, вернее, очаровательная именинница Дарья Денисенко, город Москва. Давайте всех этих ребят дружными аплодисментами поздравим с днем рождения здесь, в Архангельске. Поздравляем! С днем рождения вас, друзья! Спасибо, что свои праздники вы отметили большим всеобщим праздником химии здесь, на Архангельской земле, на родине Ломоносова. Эти аплодисменты звучат в вашу честь. Спасибо, мы просим вас вернуться в зал и к этим поздравлениям, ко всем прекрасным словам, что звучали сегодня на этой сцене.
присоединяются юные артисты, артисты детского образцового хореографического ансамбля «Дружба» Дворца детского и юношеского творчества. Каргова. Дорогие друзья, Всероссийская Олимпиада завершилась, но нас впереди ждут другие Олимпиады. Поэтому разрешите мне зачитать списки сборной команды России на предстоящую 52-ю Менделеевскую Олимпиаду, а также списки участников летних и зимних сборов на Международную химическую Олимпиаду. Итак, состав сборной команды России на 52-й Менделеевской Олимпиаде. Это 8 первых победителей 11 класса и 2 из 10-го. Состав команды 10 человек. Львов Леонид, Москва. Коноплев Алексей, Москва. Поцелеев Владислав, Москва. Шобер Арина Августа, Санкт-Петербург. Мананов Тимур, Республика Мордовия. Кобелев Андрей, Республика Татарстан. Ларионов Кирилл, Ульяновская область. Королев Георгий, Москва.
Бордонов Даниил, Москва, и Шишкин Алексей, Москва. Теперь состав летних сборов на Международную химическую олимпиаду. Это первые 8 мест из 11 класса и первые 7 из 10. Бордонов Даниил, Москва, Борисова Владислава, Республика Мордовия, Веденский Всеволод, Свердловская область, Кобелев Андрей, Республика Татарстан, Коноплев Алексей, Москва, Королев Георгий, Москва, Ларионов Кирилл, Ульяновская область, Львов Леонид, Москва, Мананов Тимур, Республика Мордовия, Матвеев Михаил, Вологодская область, Поцелеев Владислав, Москва, Собач Максим, Москва, Тихонов Василий, Челябинская область, Шишкин Алексей, Москва, и Шобер Арина Аугуста, Санкт-Петербург. И, наконец, участники зимних сборов. Это первые 11 мест из 10 класса и первые 9 мест из 9. Антипин Владислав, Ленинградская область, Бордонов Даниил, Москва, Боем Михаил, Москва, Борисова Владислава, Республика Мордовия, Бурлуцкий Роман, Удмуртская Республика, Веденский Всеволод, Свердловская область, Гайсин Карим, Республика Татарстан, Копытов Сергей, Кемеровская область, Костромитин Владислав, Москва, Крысанов Никита, Москва, Леонов Антон, Саратовская область, Матвеев Михаил, Вологодская область, Мерзляков Дмитрий, Удмуртская республика, Рытикова Юлия, Москва, Смирнов Максим, Республика Коми, Соркин Антон, Москва, Субач Максим, Москва, Тагирова Мадина, Республика Татарстан, Тихонов Василий, Челябинская область и Шишкин Алексей, Москва. И теперь, секундочку, внимание, значит, вот все эти участники, пожалуйста, не расходитесь сейчас, а подойдите к нам, ко мне и к Вадиму Владимировичу Ерёбину. И мы с вами обсудим наши дальнейшие действия. Это очень важно, потому что, сами понимаете, серьезные дела Олимпиады нас ждут впереди. Спасибо большое. Спасибо и вам большое, уважаемый Сергей Игоревич. Но уж теперь я точно могу сказать, друзья мои, что заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии завершен. Мы благодарим вас за внимание. До новых встреч в Архангельске!